Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Седьмой день, забирая вот этот вот сундук. Ох ты, костюм Рудольф. Вот так вот получили вы. Так, что у нас тут? Рэй, привет, ура сезон. Ага, Рэй не в сети, всем привет. Так, и напишем. Поздороваться обязательно нужно, ребят. Всем прив. Вот так вот отправляем. Так, ну что, сундуки, конечно же сундуки. Начинаем открывать бесплатные. Смотрим, что нам здесь выпадает. И я вижу, ничего хорошего, существенного не выпадет. Да. Даже надеяться не стоит. Понятно, виповский тоже меня тут не особо порадует. Окей. Ну что, ребята, поедем. Сегодня, я не знаю, навряд ли мы, конечно, сможем получить 23 тысячи кубков. Хотя очень хочется, но... Не знаю, давай посмотрим, как пойдет. Как эмочка. О, тихо, подожди. А, бесплатно. Ну, бесплатно, пожалуй, я повышу. А вот здесь вот сделаем вот таким вот образом. Все, ребят, потихоньку, полигоньку мы с вами прокачиваем ККМ-ку. Кто-то там на меня обижается, что... Блин, кстати, сейчас, может быть, кнопки не работают. Ё-моё. Так, сейчас заработали. Да, друзья мои. Вовремя. Я все время забываю поставить на кнопки. Постоянно, ребята, новый вход в игру. Кнопки почему-то отказывают. Нифига, я только сейчас увидел, что у нас тут 4 ролики. Ты прикинь? 4. Так, и я второй. Ну, еще плюс, не забывай, что я тут отвлекся, пока кнопки расставлял. Так бы, возможно, даже приехал бы первым. Возможно, ребят. 100% гарантии я не дам. Так. Пока я еду первым. То есть я всех наколол. Все почему-то там поверху. Кто-то еще как-то хотел проехать. Но я, как самый хитрый, решил под водой сигануть. И, в принципе, у меня все получилось. Все, что я хотел. Так. Естественно, лучше сделать таким вот образом. Ух, ё-моё. Ох, ё-моё, вот это гонка, ребят. И первым, и по итогу я должен быть первым, да. Так, это мы закрываем. И, кстати, костюмчик-то надо поменять нам. Насколько я помню, мы постоянно что-нибудь новенькое, да, одеваем. Так, ну что, весенний город у нас здесь дальше будет. Ну что, у нас вот такой вот есть, например, костюм. Также новое лицо. Какое же у нас новое лицо появилось? По-моему, вот это вот головной убор. Что у нас за новый головной убор? Этот, по-моему, мы уже носили. Кепку. Кепку какую-то каменную, я не знаю, что за кепка такая. И брюки. Да вот, вот, ребят, о чем думать? Самый простой и нормальный прикид. Голожопый бомж называется. Почему бомж? Потому что у него ничего нет из одежды, ребят. Он голожопый, понимаешь? Голожопый. Ну, в этом и весь цинус. Так, слушай, опять ролейка. Оу! Ничего себе там. Ты видел? Там баги. Совсем озверело. Че, у нас тут одна трасса, что ли, я так понимаю? По-моему, тут одна трасса есть. Нет, ребята, не одна трасса, будет 4. 4 гонки. Ну что-то так долго мне показалось, мы ехали. Упс, упс. Да-да-да-да-да. Как всегда, ребята, игра не без приколов. И опять та самая баги. Да что с моей машиной-то, господи. Вот-вот-вот-вот, именно на бусте. Именно на бусте, ребят, мы с вами очень хорошо здесь, как видите, рванули. Ты сейчас серьезно? Твою налево. Вот это да, хорошо на бусте мы рванули. Да, лучше не придумаешь. Вот это надо было так сейчас меня подгадить. Ребят, на самом деле просто подгадила игра. А это еще что там зачудило? А, я понял, он, по-моему, доигрался, ребят, но перевернулся на своих этих прыгунках.
Ладно, сейчас попробуем взять первое место. Да, у нас удается, ребят. Но опять же, обидно было, что в предыдущей гонке мы просто тупо и нелепо разбились. У нас не было крыши над головой, именно у машины. И он просто разбился, врезавшись. Такое бывает, особенно на таких скоростных машинках, как раллийное авто. Я уже это неоднократно, ребята, замечал. Так, окей, окей, пока все нормально. Все ништяк. Поэтому вот я ненавижу вот эти вот, ребят, всякие туннели, шахты и тому подобное. Но здесь мы взяли опять же первое место. И, по-моему, все, да, первым я по итогу. Вот такое впечатление, что тело отдельно от таза. Ладно, это уже придирочки. Ну что, я тебе скажу, вроде бы неплохо идем, но ледяная пещера, точнее пещера ледяного огня, это действительно испытание. Довольно суровое. Потому что это как Storm Raider. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, да, ребят, растерял я всю скорость, к сожалению. С этим ничего не поделаешь. Ты посмотри, ну... Ну вот, почему... Ни раньше, ни позже, именно сейчас все это надо было сделать. Ты посмотри, а. Чуть было не разбился. Давай, и еще мне. Да какое там... Вы серьезно сейчас? Бери ты горючий давай. Я немножко стрессую, если честно. Что тут впереди еще меня поджидает, я не знаю. Фух, приехал я первым. Все круто, ребят. Фух. Такое ощущение, как будто ты действительно на самом деле едешь сам в этой машине, а не наблюдаешь и не руководишь этой тачкой. Ну что ж, давай дальше. Кто-то, кстати, пожаловался, ну как пожаловался, сказал: Рэй, слишком много ХКР-ки. Ребят, если вы, большинство из вас напишет, что слишком много я выпускаю серии по ХКР, конечно же мы прекратим, если она вам так приелась. Так что пишите, жду. Так, что-то мне не нравятся вот эти наши подлеты. Ох, там кто... А как он так перелетел, ребят, вы видели? Как? Я видел, по небу он пролетел. Но каким образом? Я не знаю. Вот здесь, ребят, я умываю руки. Я не знаю, как он перелетел. Надо посмотреть, что у него там надето. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это он там? Он разбился, что ли? Летунок разбился. Я так хотел глянуть. Думал, как он там так умудрился. Ну что же. Флаг ему, как говорится, в руки, друзья мои. Так, у нас амортизаторы прыжков выпали. Какая редкость. Так, давай вот здесь тоже откроем. А новые колеса. Оу, щет, ребята. Топливный ускоритель мне наконец-то выпал. Так, подожди. Подожди секунду. Топливный ускоритель. Вот я сижу сейчас и думаю. Воу, я еще и могу ее прокачать. Так, на подобранной топливной канистре. То есть ты подбираешь топливо, и машина это начинает ускоряться. Насколько я понимаю, так это работает. Давай просто протестим хотя бы. Возможно, ребята, я не прав. Возможно. Просто протестим. Да ё-моё, я все время... Да, тут, слава богу, я успел. Да ну какие, блин, прыжки-то такие? Зачем? Они мне даром не нужны. Блин, у меня такое ощущение, ребят, что я зря, наверное, убрал колеса сцепления вот это, которое, что у меня были. Первым я заехал, все отлично. Но пока не могу тебе ничего сказать про эти колеса, потому что... Точнее, про вот это вот топливо, что мы взяли с тобой. Потому что, ну, не было пока возможности у меня его протестить. Так, я буду перелетать. А он все-таки понизу, да, меня сделал. Такое ощущение, что я взял какой-то не самый лучший вариант, ребят.
И первый. Фух. И причем все горючее, которое у нас вообще где-то там было, я, ребята, абсолютно проехал. Абсолютно все горючее проехал. Я решил. Твою налево, я решил. Дурачка, ты решил сыграть. Я подобрал там канистру, и машина у меня просто, ребят, взлетела. Ё-моё. Ну, вы видели, наверное, да? Это было примерно так. Так, крылышки получили и 60 кристаллов. Ребят, ну что, давай попробуем тогда взять 23 тысячи кубков. Я в полной мере так и не почувствовал, ребята, нашей вот этой нитро. Нет, почувствовал, конечно, когда врезался. Но опять вот эти вот диверсии мне не нравятся, ребят. Вот серьезно говорю, мне это не нравится. Трассы терпеть я не могу. Давай, давай, давай. Вот, видим, вот оно ускорение. Оу, 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 оу. Я только сейчас увидел, что у нас конкурент, ё-моё. А конкурент, вы сами знаете, да, это у нас лихач. Ну, лихач, он и в Африке лихач. Он, слушай, ну здесь он почему-то третьим приехал. Я думал, он приедет, ну, вторым. Так, а это у нас комната страха, да, здесь, по-моему, туннели. Резкие спуски, низкие подъемы. По-моему, так можно это охарактеризовать. Ну да, по-другому это и не скажешь. Так, тут можно разбиться в любую секундочку. Так что аккуратно. Смотри, смотри, мы сролики с какой-то. Вот еще один такой выпендреж, ребята, и все. Да что тебе разорвало на 1000 кусков? Это же надо было так, ребята, а? Сфейлиться прям, блин, перед самым финишем. Ну ё-моё. Пипец просто. А знаешь, почему получилась такая фигня? Потому что мы взяли горючее накануне с тобой, взлетели и просто тупо врезались. Вот и все. Тупо-тупо врезались, по-другому и не скажешь. Вот и правильно. И что-то он там, короче, ребят, тормознул. Что-то у него не получилось. Ну. Вот сейчас хорошо было. Вот сейчас ускорение было вообще как никогда в тему, ребят. Я аж прям возрадовался. Ну что, открываем сундучок, смотрим, что он тут выпадает. Так, о, блин, ну это колесный ускоритель. Кто-то мне говорил, Рэй, возьми колесный ускоритель, будет ништяк гонять твоя тачка. Возможно, ребят, возможно. Но на 100% не буду уверен. Пока, вроде бы, пока нитро хорошо, ребят. Но нету столько возможностей именно испытать, потому что я не подбираю столько канистр. Канистры, они вроде бы как и есть, но я их все почему-то пролетаю. Абсолютно все пролетаю. Хотелось бы, конечно, хоть одну канистрочку взять. Немножко оторваться от ролики, которая там сзади меня поддушивает уже. Вот, возможно, сейчас, да. Вот, смотри. Ты смотри, очень, ребята, хорошо дает буст вот этот вот нитро, очень хорошо. Особенно если по прямой ты берешь и ты просто летишь как птичка. И всех оставляешь позади. Все просто глотают пыль. Пыль, песок, все, что ты там оставляешь им сзади. Вот, смотри, смотри, опа. Ну, разве это не круто, ребят? Разве это не круто? Это, по-моему, вообще великолепно. Пока я даже не могу ни с чем сравнить. Это типа вот как у меня буст есть, да, мой. Но он идет на 2 секунды, когда держишь кнопку подгазовки. Здесь без всяких 2 секунд. Ты втопил и летишь. Ну, конечно, это кратковременный такой прыжок. Но он тебе дает отличное, ребят, ускорение. Отличный буст и отличный отрыв от твоих соперников. Я думаю, многие с этим согласятся. И причем, ребята, это не прокачанный еще. Не забывай, что это сколько там, я не знаю, там, первого уровня, по-моему, да, у меня. Ты смотри, что мы делаем. Ты посмотри, что мы делаем. Мы начали чуть ли не самые последние, а сейчас лидируем. Просто в лидерах. И просто залетаем с тобой на финиш. Замечательно. Не жаль нисколечко, что выпало. Возможно, ребята, колесики вот здесь вот на первом снежочке были бы лучше. Но я хочу пока потестить именно вот это вот нитро. Хотя колеса действительно здесь, мне кажется, были бы намного пунктуальнее, так скажем, да? Ну ты посмотри, что я вытворяю. Там даже спортивное авто, которое вот это вот едет, оно даже ничего не могло сделать. Просто ничего не могло сделать.
А я представляю, если мы еще с тобой, например, бы взяли бы ускоритель для колес, ну, я имею в виду задний, это было бы, наверное, вообще сказка. Ну, здесь, ребяшки, я немножко схандрил. Вот если бы я вот эту горючку бы подобрал бы, был бы отличный буст. Ну, я тут третьим, слава богу, третьим. Ну, на моем пути не попалась ни одна канистра. Да что такое идеальный старт? Почему-то какой-то идеальный старт, но он не выглядит идеальным, ребят. Вот, горючее. Ух, ёпарс это, ну все, ребят, вот. Фига себе, это... Нет! Все равно первым. Блин, ребят, ну... Такой скорость, такой буст такой дает, ребят, что и... Я прям не знаю. Вот сейчас видели, да, пример? Просто полетел, врезался и разбился. Ну как разбился, не то что разбился. Во! А ККМ-ка, смотри. А ККМ-ка летит, как будто ей пофиг на все. Но мы все равно тут, ребята... Да-да-да, сделали. Вот мостик вот этот вот подвесной, он когда колышется, если в этот момент ты едешь и... Ну, короче, ты можешь просто врезаться в... Как сказать? Ну, в опору, да? В саму землю, короче. Видишь, как ускорение дает? Обалденно, ребят, прибавку. Сейчас еще возьмем. Просто сделали. У него, кстати, стоит монетный ускоритель. Что тоже дает ему офигенный прирост скорости. А теперь представь, если у тебя стоит нитро. Представь, что если у тебя стоит монетный ускоритель. И с монетным ускорителем, предположим, стоит магнит. Ё-моёшечки, да что ж ты. Кто-то, ребята, там не вписался. Ну и счастье ему, как говорится. А мы с вами молодцы. Мы с вами молодцы, потому что взяли первое место. Но еще одна гонка у нас впереди. Блин. И это горная местность. На горной местности, если честно, ребята, вот это ускорение как бы, ну, не особо нужно. Хотя, посмотрим. Да, мы берем с тобой некий такой отрыв. Хотя здесь, ребята, это актуально. Здесь актуально. Здесь нормальная дорога. Без всяких там... пещер, то есть все отлично. А вот если бы это где-то в пещере, например, мы ехали бы, да, и у нас бы появился бы впереди горючее, мы бы впендрючились бы, поверь мне. Мы бы просто впендрючились бы и разбились бы. Такс, ну что, как ты видишь, все у нас тут замечательно, все в шоколаде, все шикарно. Нам чуть-чуть остается для того, чтобы взять очередные кубки. Вот здесь, мне кажется, тоже будет наша нитро очень даже актуальна. Ты видишь, как вот как он так вот едет? А, у него, все, я помню, форсаж. Он форсаж, блин. Я хотел взять горючку, ребят, на самом деле. Думал, дотянемся, но не дотянулись. Во! Вот он, ребята, буст. Есть. Очень хорошо, ребят, отрыв просто идеальный. Ну, расхваливать, наверное... Уже, наверное, перехвалил, да, я этот буст. Но на самом деле замечательно. Так, вот. Смотри, что делаем. Хотя баги там что-то выпендривается. Есть, все равно я первый. Если сравнивать качество мастерства, когда я ездил в самом начале этой игры, ребят, и сейчас, ну, я думаю, вы можете посмотреть и сравнить. Это просто, мне кажется, сейчас я чуть ли не... Ну, не могу сказать, что профи. Не имею права так говорить. Но именно качество исполнения самих гонок в разы. И, возможно, к тому, что я еще привык. Потому что мы вначале ездили очень долгое время на дизеле, да? А теперь мы очень-очень долгое время ездим с тобой на ролике. То есть привыкает человек к вождению, к манере машины. Помнишь, когда я взял лихача, и на первой гонке я просто разбился. Ну как разбился? Машина у меня развалилась, потому что я не знал, что у нее там есть перегрев, там еще какая-то фигня. Там, в общем, надо привыкать к этой машинке. На ролике я ее как бы под себя сделал. Ты смотри, как
как меня тут нахлобучили. Вот объясни мне, вот как вот они здесь... Нет, ну я понимаю, конечно, там ускорение, все дела. Вот это спортивное авто, оно само по себе, наверное, слишком шустрое, слишком быстрое, ну как мне кажется. Потому что это все-таки спортивная машина какая-то. У нас ралли, раллийное авто. Ну, оно спортивное тоже, но не настолько. Есть все-таки вот и получше машины, поспортивнее, поскоростнее. Вот здесь, например, буст очень хорошо сыграл свою работу. Если я еще возьму один буст, будет еще круче. А, ну тут уже финиш. И все равно, почему-то, когда вот она берет буст, бывает периодически такое ощущение, что... как тебе сказать, он должна машина рвать с места, а как будто на тормозах. Да, вот скажем так, как будто она бустится, но прихватила у нее колодки. Вот такой вот складывается почему-то, ребята, ощущение. Я не знаю, с чем это связано, но это имеет место быть. И опять же мы первые. Опять же первые. Я удивлен, что супердизель как-то оказался сзади меня. Хотя там, извини меня, достойные соперники ехали. Именно по машинам, если брать. Я уже не знаю, как качество выступления их по гонке. Но именно брать машину, то, конечно же, супердизель, он уступает... Ох! Ты видел? Ну ты посмотри. Да, ребята, он что-то как-то уж вообще тут. Так, это тоже я смотрю, да? Да, ребята, у него тоже нитро. И, тем не менее, я первый. Я вижу, что вот на этом дизеле нитро стояло. Я и смотрю, что-то он следом за мной сиганул. Потому что он тоже подобрал канистру с горючим. Ну и, соответственно, установил. Я вот еще не люблю, ребят, когда вот такая вот... как тебе сказать... Нет, не получится у меня. Не получится. Я сразу, ребята, понял. Я сразу осознал. Но, наверное, слишком поздно. А это так... Ну-ка. Да, блин, ну вот это вот лишнее, конечно. Вот это лишнее, ребят. Да, вторым. Вторым. Ну, слава богу, вторым хотя бы. Как там можно перепрыгнуть было... Нет, можно было бы как-то заехать. Ведь, помнишь, мы когда-то с тобой даже вообще... просто перелетали эту преграду, но здесь в данном случае почему-то не вышло у меня. Ребят, ну вот это вот что такое? Ну что вот это? Вот что это сейчас было? Это был позор, позор, понимаешь? Просто позор, ребят. Позорище. Это у нас с камнем, что ли, сейчас впереди? Нет? Нет. Нет, не с камнем. Но все равно, ребят, позор какой-то. Я недоволен. Я недоволен исполнением своей гонки. Слушай, а мы можем что... Подожди, мы давно не смотрели с тобой, что у нас по машине. Может быть, что-то можем прокачать? Здесь ничего. Магнит, бесплатно. Да почему не повысить? Повысим, конечно, ребят. Магнит бесплатно. Так что вот пока... даже не могу сказать. Колеса — это хорошо. Ё-моё, танки. Танки, танки, грязи не боятся. Колеса это всегда, ребят, хорошо, да? Сцепление, то все, 5-10. Так, он спере... он, у него, ребята, вот этот багги, он ускоряется, когда делает перевороты. Но, как видишь, ему почему-то не повезло. Наверное, слишком долго в воздухе крутил сальтушки, потому что я его, ну, обогнал. Не намного, конечно, быстрее, но было, было, ребят. Так, тихо. Да-да-да, это, вот это, конечно, очень подленький подкол. Когда ты вроде летишь, думаешь, сейчас будет офигенный там прыжок, а впереди просто твоя такая стена и потолок, и тебе деваться некуда. И вроде бы и занырнуть ты уже не можешь, да, и сбросить скорость тоже как бы уже поздно. То есть вот такая вот трасса с приколом. Конечно же, о, так она вообще коротенькая. Найс, обожаю, обожаю такие короткие динамичные трассы. Это говорит о том, что сейчас буквально, ну, еще пару гоночек, и мы с вами получим 23 тысячи кубков. Я считаю, что это хороший показатель. Не знаю, ребят, оцените, пожалуйста, мою езду вот на машине. Нет, многие говорят, что, Рэй, что ты все время только на кубки ездишь, почему ты, типа, не едешь в приключениях? Ребята, обязательно будут приключения, но, как мне написали...
что в приключениях лучше. Да что с машиной-то, ё-моё, я и это взял. Что в приключениях лучше ездить на ККМ-ке. А ККМ-ка у нас еще пока не прокачана. Поэтому, ребят, поэтому я пока выступаю именно в гонках. Короче, я приехал здесь вторым. Ну, я думаю, что вы поняли, почему здесь так получилось. Вроде там и ускорение взял, да, и все. Но, опять же, вот эти вот камни, валуны, их просто никто не отменял. Понимаешь? Их просто никто не отменял. Да посмотри. Вот это вот ускорение, что мы с тобой взяли, оно сейчас просто в трубу улетело у меня. Почему? Потому что элементарно... Слушай, мне кажется, здесь не хватает именно сцепления. Да, сцепления с дорогой, скорее всего, ребят, не хватает. Так, ну что, я опять приехал вторым. Какой-то как никчемный. И трасса сама по себе еще такая. Вот с этими прыжками. О, я понял. Летим вниз. Летим вниз, ребята. Вот, видишь, какие... Такие тут, ребят, ужас. Давай. Я знаю, что вот это паршивое все места. Но все, вот здесь мы вырулили. И по итогу я должен быть, ребят, первым. Да. Ну что, наверное, еще гонка. Глубоководная. Глубоководная гоночка у нас. В последнее время у меня что-то не получается на ней особо тут делать какие-то рекорды. Постоянно то разобьемся, то еще что-нибудь. Но будем стараться. Будем стараться. И причем трассы-то практически, они все время, ребята, одинаковые. Они одинаковые, их можно как бы запомнить, ну, постараться запомнить, но, видишь. Вот сейчас будет, по-моему, да. Ну, тут уже нормально, тут уже финиш. Первая гонка за нами, все прекрасно. Давай дальше попробуем в таком же темпе. Но там будет где-то вот спуск глубоководный, где-то вот большой, огромный. И вот там, ребята, очень много... Но здесь... А я успел? Нет, я не успел. Ну, можно попробовать вот здесь вот. Вот вам, ребята, и результат. Спасло меня здесь в данный момент только одно. То, что я успел подобрать горючее. Да. Полетел. Кубарем полетел. Ладно. Вторая гонка, в принципе, тоже неплохо пошла. Но давай попробуем теперь взять и третью. Это вот здесь вот глубоководные, по-моему, спуски будут. Где-то тут, по-моему. Я вот не помню точно. Подводная лодка. Что-то здесь... Да куда же ты? Ну зачем машинка? Ну зачем вот ты... Не помню. Вот. Смотри. А он даже без... Почему у него пузырь не... Вот он, лопнул пузырь. Вот отлично, ребят. А то уж я думал, нифига себе, он не заехал, не взял пузырь. И он у него еще не лопнул. Все нормально. Все сейчас было по справедливости. И я... Честно заработал свое первое место здесь. Честно заработал. Да, друзья, еще одна гонка. Ну что, гора смерти. Ой, гора смерти, ё-моё. Она оправдывает полностью свое название, ребят. Гора смерти. Тут даже не поможет тебе, если ты даже найдешь это горючее, на которое я так молюсь. Хотя... Нет, ну вот именно здесь, именно в этой трассе, оно помогло. Потому что я пролетел те ямы практически на одном дыхании. Но это потому, что там все время вверх надо было. Если бы там были бы какие-то низинки и тому подобное, то вряд ли мне там что получилось бы. Ну, баги там. Немец дрифт уже дрифтует, скажем так. Так, здесь все сбрасывают скорость. Кроме Рэя, конечно же. Рэй не сбрасывает, зачем? Здесь он, видишь, как залетает. Блин, я засмотрелся не на... Да и фиг с ним. Так, у нас с тобой сколько? 5 очков, у него там 4 очка. Ну, посмотрим, сможет ли он меня сделать на этой трассе. Не идеальный, ребята, старт. Не идеальный старт. Это фиаско, брат. Все. Воу. Ребята, а проблема здесь, знаешь, в чем? В сцеплении колес. Да.
Именно здесь нужно было сцепление колес хорошее, чтобы можно было ехать нормально. Но... ну, я об этом не подумал. Ну, не то, что даже я об этом не подумал. Так бы, в принципе, можно было бы, конечно, проехать здесь хорошо. Но все равно, ребят, скорость выступления паршивая. Какое место у меня? Вообще, по итогу. Вторым. Итак, мы заезжаем или нет? Нет. Мы не заезжаем. Мы не заезжаем, и нам нужно сделать тогда еще один заезд. И это глубоководный заезд у нас. Блин, эти бочки. Ну вот, вот, вот вам, ребята, элементарный пример. Ускоритель у него стоит, ты видишь? У него стоит монетный ускоритель, который его... ну, офигеть. Который его ускоряет. Блин, что я творю, а? А где финиш-то? Одна гонка, что ли? Один заезд? Что-то не пойму я. Да куда ты, твою... Да, друзья мои... Это было жестко. Мы отъезжаем назад, офигеть, как далеко. И в данном моменте было виновата именно канистра с горючим, которую я подхватил. И вместо того, чтобы проехать, я просто врезался. Я врезался в бок, в бочину там. Ну и проиграли из-за этого, одним словом. Теперь придется вместо одной гонки, черт знает сколько, наверное, три гонки теперь ехать. Потому что нас откинуло назад очень сильно. Очень сильно откинул назад. Слава богу, мне дают реабилитацию на нормальной более-менее трассе, на которой можно ехать и нужно. Трасса, в принципе, практически для нашего авто. Более-менее ровная, с ускорителями, ну, со всей ерундой, короче. Так, а вот в этой трассе, скорее всего, по-моему, будут домики, если не ошибаюсь. И не хотелось бы схватить горючую, когда там будет домик. Нет? Или я ошибаюсь, ребят? Не знаю. Но знаешь, что баги меня, ребята. И не только баги. Вот, ну что вот происходит, а? Да. Первым? Вау. Все-таки первым я взял, да? Отлично. Никак еще все-таки не взяли, ребят. Все-таки еще не взяли. Ну, давай попробуем. Последний заезд. Это большой воздушный кубок, как всегда у нас по стандарту идет. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится. На большом воздушном, так скажем, кубке. Ну, вот. Упал как мешок с картошкой. Я тебе говорю, в основном все горючее, которое у нас стоит на дороге, я его... практически всегда пролетаю. Практически всегда. Вот я очень редко, когда мы просто его хватаем. В основном все у нас в полете это. А что там баги? На нитро, что ли? Я не пойму, шпарит. Оно, по-моему, на нитро, да? Еще нитро плюс магнитный ускоритель. Нормально он там устроился? А? Ты посмотри, у него нитро, магнитный ускоритель, про который, ребята, я вам в свое время говорил, что это вообще будет топово. Он хватает, пытается там схватить, он останавливается, специально снижает скорость, чтобы взять то самое горючее, которое там лежит. Но дядюшку Рэя не проведешь. Все, друзья мои, мы получаем с вами... мало того, что мы получаем самоцветы, мы еще с вами получаем 23 тысячи кубков. Ведь получаем же. Конечно, получаем. И на этом, пожалуй-ка, будем закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим, ребят, играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.